рассада щучки гернистый галтшлейер не просто очередное декоративное растение. Галтшлейер растет в виде кочки, в ширину вырастает вплоть до 50 см, в высоту до 100 см. Садоводы ценят этот сорт за то, что он не требует к себе много внимания. Главное, успеть обрезать щучку до появления зеленых листьев. Ирисы, роджерсы и бузульники отлично дополнят раскидистые стебли. В июне вырастают соцветия в виде метелок. Достигают метелки в среднем 15-20 см в длину. Кончики листьев имеют темно-красный оттенок. Необходимое растение для регулярного сада. Описание. Многолетнее растение. Высота 80-100 см. Период цветения с июня по июль. Щучка, луговик, дернистая галтшлейер – это травянистые высотой 100-120 см. Цветет растение в месяц июнь и июль. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.